почти 110 миллионов рублей. Такую баснословную сумму взыскали с недобросовестных брянских родителей за последние 9 месяцев. В отдельных случаях долг превысил 1 000 000 рублей. Всего с начала года за неуплату алиментов уголовные дела завели на 335 брянцев. Растет и печальная статистика среди женщин. Их количество год от года, к сожалению, растет. Это 1242 у нас должника, женщины, которые уклоняются от уплаты алиментов. Это почти 15,5% от общего количества. Это достаточно большое. Если раньше, 30 лет, 20 лет назад, это, конечно, нонсенс был, чтобы женщина своим детям не выплачивала алименты. Защитить ребенка не только от горя родителей, но и от опекунов. Приставам помогает уполномоченный по правам ребенка Брянской области Инна Мухина. Были возвращены жилые помещения девушке, которая относилась к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, когда приемный родитель лишил фактически обманным путем девочку-сироту двух квартир. По словам омбудсмена, благодаря совместной работе с приставами, в этом году ключи от квартир получили 30 детей-сирот. Чаще всего тематикой основного обращения является защита личных прав ребенка, это нарушение порядка общения с ребенком, с родным из родителей, определение его места жительства, защита жилищных прав детей-сирот по с учетом вынесенных судебных решений. Это и защита имущественных прав, в том числе на выплаты по алиментным обязательствам. Работа по всем направлениям будет продолжаться, потому что чужих, как и бывших детей, не бывает. Александра Седачева, Ольга Умарова, Игорь Винчук. События, Брянск.